Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Я думаю, что каждый, кто долетел до такой точки на реке Днепр, до которой не всякая птица долетает, тот лучше стал понимать высказывание Маркса, что в науку нет широкой столбовой дороги. И только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Вот, видимо, Маркс все-таки, так сказать, усугубил, я думаю, проблему. Потому что мы изучаем науку логики, издана книга специально для изучающих науку логики. Там содействовали в этом товарищи, которые понимают важность, раз. Во-вторых, мы находимся в прекрасном помещении. Вот. Можем проводить регулярно свои занятия. Можем спорить и отвечать друг другу на вопросы. Потом за нами никто не гонится, никакой срок не установлен. Сдавать нам не надо. В том смысле, что кто не сдал, тот уходи. Так что я считаю, что у нас условия, ну, более, можно сказать, благоприятные, чем те, которые обрисовал Маркс. Единственное, что нужно делать, не страшась усталости. То есть нужно к этому возвращаться, нужно это обдумывать, нужно постепенно к этому привыкать. Ну, это, так сказать, это должно быть, это стало, я думаю, для тех, кто ходит в кружок, известной и частью жизни того, кто занимается наукой логики. Я думаю, что каждый, кто занимается наукой логики, может сделать вывод, что все другие дела, которые он делает, они от этого не хуже стали, от того, что часть времени уделяется на такое фундаментальное дело. А наоборот, все остальные дела, они идут быстрее и с большей пользой. У меня был такой разговор с моим коллегой, мы вместе были в аспирантуре, а он вот уже готовит докторскую. Я говорю, ну а что вот науку логики читаешь? Да не читаю, когда мне читать? Мне нужно вот докторскую готовить, монографию делать. Я говорю, а сколько у тебя работ? Он говорит, у меня 20. Я говорю, а у меня 200 на тот момент. А сейчас 374. То есть я хочу сказать, что те люди, которые изучают этот материал, они продвигаются в других вопросах, как бы совсем не связанных с наукой логики, гораздо быстрее. То есть, если мы просто меньше глупостей будем делать, то есть мы здесь их разбираем и более правильную постановку вопроса делаем, то мы во всех вопросах постепенно привыкаем действовать соответствующим образом. Ну вот, наверное, каждый, кто ходит в кружок регулярно, понимает, что для того, чтобы идти вперед, надо все время возвращаться назад. И снова, ну, так сказать, действовать по методу бульдозера. Видели, как бульдозер, он так едет, тут уже такая куча земли большая, и он уже все, больше не может. Что он делает? Он отъезжает назад и начинает снова, и уже дальше он продвигает, и так далее. Вот так и мы. Когда вы снова по этому проходите, вы уже встречаете то, что вы читаете не в первый раз. В первый раз было удивительно, второй раз было сложно, а на третий раз вы уже начинаете это обдумывать. Даже если вы это не собираетесь обдумывать, как устроена наша голова, и мы устроены как люди, то хочешь не хочешь, мы начинаем сопоставлять, сравнивать и видеть то, что до этого было незаметно. Ну вот мы сейчас хорошо понимаем, что мы находимся в сфере субъективного, в сфере субъективного, то есть позади учения о бытии, в котором переходы были такие, от нечто к иному. И там было изменение. Здесь об изменении нет никаких разговоров, нет никаких изменений. Уже в учении о сущности, об изменениях речи не было. Либо сущность такая, либо она противоположная, и все. Поэтому те люди, которые не доплыли там, не добрались до сущности, они находятся в состоянии людей, которые изучали бытие, но не поняли, что нельзя быть все время на поверхности. Что такое бытие? Это то, что на поверхности. А что такое сущность? Это снятое бытие. То есть
мы отрицаем это бытие, не признаем его, не то, что мы его вообще не признаем, мы не признаем его за окончательный результат исследования, изучения. Мы углубляемся. Но если мы углубляемся, вот мы углублялись и углублялись, мы разбирались с рефлексией учения о сущности, и потом пришли к тому, что на самом деле нам наши некоторые представления по правилам в отношении понимания равенства или тождества. Например, тождество, которое мы здесь изучали, это тождество всегда различного. И обдумывание этого вопроса приводит к тому, что иначе никак не... Даже если вы, значит, на доске находитесь в математико-механическом факультете, а я там 5 лет находился студентом, и написано 5 равно 5, то это левая пятерка, а это правая пятерка. Но левая пятерка и правая пятерка же разные пятерки. Во-вторых, как бы вы ни рисовали, вы никак не нарисуете точно такую же пятерку. В-третьих, если вы, так сказать, возьмете координаты этих пятерок, а сейчас, вот, например, элементарно, чуть ли не у каждого водителя есть эти аппаратуры для того, чтобы точку его определять. И вот вроде бы и равенство, и неравенство, если ты передвинулся на столько, значит, это уже другое место. Значит, если другое место, значит, не та пятерка, это пятерка с такими координатами, это пятерка с другими координатами. И если вам это кажется очень мало, то для муравья уже значительное расстояние, а для червяка какого-нибудь маленького большое расстояние. Так что вопрос не об этом. То есть мы постигли такое понимание, постигли понимание того, что равенство – это всегда равенство неравного. То есть тождество – это всегда тождество различного. Когда мы говорим, что мы с вами равны, мы же говорим «мы». Раз мы, значит, мы разные люди. А раз мы разные люди, мы разные люди равны. А если я буду говорить «я – это я», то я думаю, вас это вряд ли подвигнет на какие-то достижения. Это понятно, что «я» – это я. Но это хорошо, что я остаюсь не равным самому себе. А когда вот мне не по себе, да, тогда вот я не равен самому себе, даже и в этом смысле. Вот себе бытие, как равенство с собой, мы это знаем еще из первого тома. А если мы дошли до сущности, здесь мы просто, так сказать, даже не можем найти чего-либо такого, чтобы было только тождественно без различия. И не может быть различного без тождества. Почему говорят «различные люди»? Для того, чтобы люди были различные, где? Это должны быть люди. Потому что если один человек, другой свинья, то уже никак различные люди не скажешь. Никак не. То есть различные люди – это значит признание другого человека за человека. Поэтому тождество различного здесь имеет место. Дальше мы продвигались. Значит, после тождества и различия идет противоположность. Противоположность – очень простое понятие. Вот я, там, Степан Степанович, на том... В конце. Вот мы, у нас мы две противоположности. Вернее, одна противоположность. Я и Степан Степанович. Что тут одна? Но если у нас одна противоположность, берем меня, я на одной стороне, но это же мы же за одним столом сидим, значит, я сижу за одним столом со Степаном Степановичем. А Степан Степанович сидит за тем же столом, за которым я. Видите разницу? Вот получается, что каждая сторона противоположности сама противоположность. А раз они, значит, противоположны, значит, есть обе противоположности, значит, единство противоположности. А раз единство противоположности, то вот это единство противоположности называется, как могут быть едиными противоположности, только в борьбе. Вот единство и борьба противоположности называется противоречием. Вот мы рассматриваем это противоречие и хотим, вот теперь мы добрались до такого красивого. Каждая сторона противоречия, само противоречие, так? Потому что они же в единстве находятся. Это одна сторона в единстве с другой, это другая сторона в единстве с первой. А раз они, каждая из них есть противоречие, ничем не отличается, то они тождественны и оседают. Куда? Идут как ко дну, сугрунда.
Гетцу Грунду, пишет Гегель по-немецки. Ну и куда они, к какому идут? А дальше что? Как мы знаем из диалектики, так не бывает, что ну, пришли на дно и все. Даже человек, который тонет, и вдруг почувствовал дно, он потом подпрыгнул и выплыл наверх. Так и здесь. Значит, это вот Грунда уже мы смотрим не как дно, а как основание. А на основании появляется что? Закон. Что? Закон. Нет, как вы так прыгаете, как прыжками? Какой закон? Еще до закона, как... Когда поднимаем... Основанное. Вот это вот, это правильно. Вот это правильно, основанное. А раз оно основанное, оно уже не отрицание, а отрицание – отрицание. А раз оно отрицание – отрицание, а вот основание – это сущность, значит, это уже не сущность, а... Понятно. Что? Что? Бытие самого. Ну, это правильно. Но, как бы сказал Гегель, это правильно, но не истинно. Почему? Понятно, что это бытие. У нас что, чистое бытие? Вы нас вернули вообще куда? К началу? Начинать с начала, что ли? А это, как Гегель говорит, вот посмотрите, как он говорит, это восстановленное через сущность бытие. Ну, красиво же. Восстановленное через сущность. А вот когда вам восстановлено молоко делают, то оно не через сущность, а через воду. Оно не через кору восстановлено. Восстановлено через сущность бытия. И вот тогда только мы приходим к какой категории? Восстановленное через сущность бытия – это что? Понятие. Какие вы... Валерий Александрович, какие у нас люди продвинутые? Причем так далеко продвинутые, что уже далеко от истины. Ну как это понять? Это вы что? Восстановленное через сущность бытия. Степан Степанович, вы не скажете товарищам? Что? Восстановленное через сущность бытия – это что? Восстановленное. А? Основанное. Ну, основанное. Ну как называется-то? Ну, каждая категория есть. Борис Николаевич, вы там как... Этот заседатель, народный заседатель там в углу. Не можете сказать? Не дотянул. Так а что, вот если просто запоминать по оглавлению а вот этих категорий, то можно запомнить. Туда едешь, в одну сторону едешь, запоминаешь, в обратную сторону едешь, запоминаешь. Основанное. Да это все уже сказано. То есть, я думаю, целая группа тут, которая стоит на этой позиции, сформировалась. Восстановленное через сущность бытия есть существование. Я это имел в виду, вы хотели сказать. Существование. Ну а дальше, как вы понимаете, мы потом... А вот существование. А вот когда мы берем существование и начинаем со стороны существования смотреть на то, из чего оно взялось, то получается у нас взгляд уже с поверхности вглубь, да? А взгляд с поверхности вглубь выражается какими категориями? Явление и... Закон. Закон. Вот видите, когда? Явление и закон. Проявление закономерности в явлениях действительности. Нет такого слова «закономерность» не найдете во всей науке логики. Зачем вы притащили эти обломки кирпичей на идеальную стройку? Хорошо. Нету таких. Где вы слышали, что такое закономерность? Вот сейчас у меня внучка занимается во втором классе, и у них там везде учебники закономерности, там нарисуют 2, 3, 4, 3 буквы или 3 цифры, и говорят, вот найдите закономерность. Что за... Какая тут может быть? Тут 1000 закономерностей может быть, которые так начинаются. А что такое вообще закономерность? Где-то вы мне можете сказать? Вот вы сказали слово, отвечайте. Что такое закономерность? Что такое закон, мы знаем. А вот что такое закономерность? Хоть это у Гегеля можно прочитать, а вот про закономерность где узнать? Я могу пример привести закономерности. Пример, когда вот скажут, что это такое. Проявление закона в явлениях – это действительность, так? Нет, я спрашиваю про закономерность, вы мне даете действительность. Когда я спрошу про действительность, он убежит в другое место, я знаю. Я не так выразился. Вот сейчас, Валерий Александрович, какой вы хотели
Закономерность привести. Да, это у ребенка было. Да. Когда она еще маленькая была, мы очень сильно запомнили. Значит, найдите закономерность. И что здесь лишнее? Трамвай, троллейбус, топор, автобус. Что здесь лишнее? Автобус, конечно. Вот, видите. Почему? Потому что на букву А. Троллейбус, трамвай, топор, автобус. Ну все, непонятно. Это говорит о чем? Знание науки логики позволяет в школе нормально учиться. В младших классах. При таких идиотских задачах. Потому что я сразу так, топор лишь. А мы поехали с женой в Москву и перед поездом решили там как раз книжный магазин на Московском вокзале. И вот школьные там учебники. Написано, как вот четыре фигуры нарисованы. Квадрат, круг один поменьше, круг побольше и треугольник. Значит, какая фигура лишняя? Я как посмотрел, как услышал, я прямо, у меня все закипело. Вот, какие сволочи, как может геометрическая фигура лишней быть? Какая? Что они имеют в виду? Можно сказать, что каждая лишняя. Потому что вот все, так сказать, примерно у них одинаковое расстояние до центра, а там еще овал был. Вот это значит овал тогда лишний. Или все плавные, а вот прямоугольник, он с углами, а прямоугольник лишний. А потом, значит, два если круга, один побольше, другой поменьше. Ну так, значит, какой лишний? Надо угадать то, что имел в виду тот человек. А вот если вы, смотрите, едет трактор в Беларусь, у него маленькие колеса и большие, какие колеса лишние? Вот, товарищи, знаешь, они как увидят люди, начитаются таких книг и будут это разувать, этот трактор. Будут удивляться. Раз это лишнее же, правда? То есть такие... То есть попытки как бы играть в понятия, использовать их, учить, причем детей, имеются, причем попытки без всяких оснований. Вот. Поэтому не надо повторять. Вот слово «закономерность» вы не найдете. Хотите, поспорим на 10 тысяч рублей. Нет, я верю. Я вот, мы хотим хорошо поужинать, Валерий Александрович. Как сейчас в наше время убедить еще? Я не знаю. Короче говоря, вот мы прошли учение о сущности, вступили в понятие, и значит мы должны как бы распоряжаться всем тем, что у нас до этого было. То есть мы должны теперь брать более сложное, и то, что мы теперь берем, включает в себя весь пройденный путь. Правильно? Раз включает весь пройденный путь, то, например, не может быть так, что вот только что мы рассматривали особенное, единичное и всеобщее. Не может быть так, что они были как три наличных бытия. Правильно? С границами. Что, дескать, вот идешь, вот единичное, потом граница особенная, а граница всеобщая. Можно так представлять? Это Гегель называет возвращение в сферу наличного бытия. Это раз. А можно вообще их брать как рядоположенные, если мы уже прошли через сферу сущности? В сфере сущности тоже есть развлечение. Не различие уже, не изменение, а развлечение есть. Но это развлечение все время связано с соединением. Все то, что различается, вот явление и сущность, они различаются? Различаются. А можно понимать, понять явление без сущности? Почему? Потому что явление, а полное название явления какое? Это явление сущности народу. Явление Христа народу. Помните картину? А это явление сущности народу. Явление. Так явление не может быть просто явление. Что-то явилось же. А что явилось-то? Сущность. Сущность, то есть пара. То есть каждая. Вот если вы берете явление, то имеете вы в виду пару, а не явление только. А если вы берете сущность, то есть, простите, закон берете уже. Не сущность как таковую, а уже сущность как... Закон. Так закон, если это закон, он спокойное где? Как определяется закон? Спокойное в явлении. То есть он определяется через явление. Он не может быть, мы не можем говорить о законе без явления. Не можете о явлении без закона. Если явление, его закон, и закон,
Это закон явления. То есть они не так разделяются, как они разделялись, два наличных бытия, два нечто с границей, которые там предел мы рассматривали и так далее, это границы, которые переходят. Ничего подобного нет здесь. Ну, раз так, то мы, значит, должны вот здесь уже вот единичные, особенные и всеобщие не положить вот так вот, как три предмета. Это единичное, это особенное, это всеобщее. Это будет, если мы так будем рассматривать, значит, будем рассматривать, это мы, значит, обратно ушли в сферу наличного бытия. А если мы их выстроим так вот, единичное, над ним стоит особенное, а дальше идет всеобщее, то это вроде будет чем-то похоже на то, что мы делали в сфере сущности, но какой-то трехэтажная конструкция. Ниоткуда не вытекающая. А зачем? Поэтому как они? Поэтому вот тут, если вы будете читать это, а вы будете это читать, потому что это все равно приходится перечитывать постоянно. Вот если вы начнете снова перечитывать эти вот разделы, то вы там обратите внимание на то, что вот все эти категории, они представляют собой тотальность. Всеобщая особенная единичка. Тотальность. Не обвинят ли нас в тоталитаризме? Или Гегеля? Тоталитаризм. Что такое тотал? Целостность. А? Целостность. Целостность, да, это целость, целое, тотал – это целое. То есть, а что значит, каждая из этих категорий представляет собой тотальность. Какую? Одну тотальность. И это понятие выражено и в единичном, как единичное, и как особенное, и как… Всеобщее. Какое? Как всеобщее. Как всеобщее. Вас это удивляет? Нет. Вот это верующих же не удивляет, что… Бог является в трех лицах, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. И ничего нормально изучают. А тут дошли до особенного единичного и удивляются. И что, есть границы между Богом Отцом, Богом Сыном и Святым Духом? И Святым Духом. Вы что, возьмете этого самого Бога Сына, он от Духа Святого отделен? Или Отец отделен от Святого Духа, или Сын от Отца, или Отец от Сына? Нет. Ну, по Библии нет. Ну, не понимаю. Называется триедин. Триедин. Триединство. Триединство, да? Триединство. Ну, вот и здесь мы. Это что такого нового? Всеобщее, особенное, единичное. Это триединство. О чем идет речь? О чем тут идет речь? О понятии. По понятию. Вот, видите, вот человек как вырос. Глаза. Владимир Александрович, он туда стрелял, туда, 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 стрелял, и раз, и попал. Наконец. Понятие. Наконец. То есть понятие выступает. И как единичное, одновременно. И это его, сказать, моменты нельзя, потому что они как бы сразу их разводят, эти моменты. Нельзя сказать. Это его три ипостаси. В трех, так сказать, выступает и так, и так, и так. Оно. Понятие. Это понятие выступает и как всеобщее, и как особенное, и как единичное. И раз оно выступает и как всеобщее, и как особенное, и единичное, их не оторвешь одного от другого. Потому что не бывает такого всеобщего, которое не проявлялось бы в каких-нибудь особенных или в единичных. Правильно? Не бывает такого единичного, которое было бы единичное, но если единичное у вас яблоко, значит, оно, во-первых, или единичная Антоновка, значит, она у вас Антоновка, то есть особенная. И еще, кроме всего прочего, оно еще и яблоко. Так что вы когда хрустите, значит, этим яблоком, то вы, значит, сразу хруст у вас идет. Почему такой хруст? Потому что единичное сразу, особенное, тройной хруст идет. Три в одном. Три в одном. Представляете, да. Это как тройной одеколон. Как Сникерс. Как Сникерс не подходит какой-то. Сникерс не подходит. А? Как Сникерс, ну три в одном. Сникерс. Не подходит. Не подходит, потому что внутри различные. Там разделено у него все. Нет, там такого нет. Это как кофе вот три в одном продают. Так. Ну а там, ну да, там порошок как бы там не поймешь, не разобрать. Три в одном, дорогие товарищи, все вы ищете такие примеры.
Это основа это ленинизм, который проявляет себя в научный социализм, политическую экономию и диалектическую философию, материалистическую философию, диалектический материализм и исторический материализм. Они же тоже неотделимы, диалектический материализм и исторический материализм. Пробовали делить. Пробовали. До сих пор пытаются. Да, и все не получается. Вот, то есть вот это надо усвоить. Если это не усвоить, вот, то что это не три каких-то предмета, не три вида этих понятий, а это одно понятие, которое и так выступает. Ну вот что удивительного в том, вот вы выступаете, вы кем работаете? Техподдержка. Техподдержка. А вы этих поддерживаете, Владимир Александрович? Он тех поддерживает. Техподдержка. Раз. Второе. Вы женаты? Ну. Значит, вот вам все. А вы член нашего кружка? Ну так у вас вот три единства есть? Да даже больше. Ну больше нам не надо. Нам главное до трех считать. Дальше у нас уже нам тяжело. Ну это уловили уже, да. Уже у нас три получается всяко. Причем это один и тот же человек выступает и так, и так, и так. А не три человека, не три разных человека. Это три разных человека, это уже к врачу. Не бывает. Нет, это медицинский случай. Вы не наш специфик. Вот я думаю, что вот если это понять, я думал как раз, как вот это объяснить, чтобы было понятно, почему так вот сложно, чтобы не было так сложно понимать эти вот особенные, единичные и всеобщие, что это не три каких-то отдельных совершенно понятия, это одно понятие, total, говорит, тотальность, говорит Гегель, специально говорит, тотальность. Вот. Сам процесс определения есть тотальность, лишь постольку, поскольку он содержит в себе эти тотальности, их соотношения. Эта тотальность и есть суждение. Но у нас так испоганили слово «тотальность» и пугает всех. Эти люди на кружке проводят тоталитаризм. Тотальность. А что такое «тотал»? Это целое. А если нет тотальности, нет целости? Целость. Какая всеобщность? Целое, тотал, да, целое. Целостность. Не целостность, а целое. Перевод. Целое, все целое. Не кусочек вы убираете. Единичность – это не кусочек вы вытащили из понятия, как бы этот кусочек, он называется единичностью. А другой кусочек вы достали – это всеобщность. А этот третий кусочек достали – это что? Особенное. Особенное. Ничего подобного. Ничего подобного. И единичное – это целое, и особенное – это целое, и всеобщее целое. Берем… Все одним куском идет. Что ж тогда назвал? Не одним, не одним куском. Кусок – это не целое. Кто ж тогда слово-то придумал? Валерий Александрович, кусок – это целое, это не кусок. Глыба. Глыба, пожалуйста. Да? А кусок не пойдет. Все одним куском пойдет. Кусок не пойдет. Я знаю. Значит, вот… Кто придумал это слово, это тотальность? Тоталитаризм. Зигмунд Бежин. В 1944 году придумали. Что придумали? Придумал Гегель тут вот то тотальность. Он раньше, чем этот ваш, придумал. И вот написал, это тотальность. Сам процесс определения есть тотальность. То есть целостность. Не выдергивайте ничего, оставляйте все целым. Не так идет деление на эти понятия, как будто это есть три разных понятия. Это одно понятие. Одно и то же понятие, оно есть, так сказать, как целое, выступает и как единичное, и как особенное, и как всеобщее. Берем самый простой пример. Антоновку. Но не ту Антоновку, которая продается где-то в магазине. Или называется Антоновка, а на самом деле совсем не Антоновка. А берем конкретно яблоко, которое я взял, Антоновку. Вот у меня яблоко, экземпляр один. Но если это конкретное яблоко, значит это единичное? Да. Но если это единичное, так это Антоновка? Да. А если Антоновка, то яблоко? Да. Все согласны? Это что, три разных предмета у меня в руке? Так, вам я даю яблоко, вам Антоновку.
а сам съедаю, что остается. А все хорошее раздал. Лучше раздал. То есть на таком простом примере видно, что всеобщее, особенно единичное, никак нельзя понимать, как три каких-то предмета. Или как стороны. Это нельзя же так сказать, что я вот так яблоко поверну, Антонов, это будет особенное. А еще вот так поверну, будет уже всеобщее. Да нет? Я даже от него половину отгрыз уже, оно все равно и всеобщее, и особенное. Причем именно потому, что я отгрыз, оно еще более единичное стало. И осталось единичным, сколько бы я его ни... пока его совсем не сгрыз. Но если я полностью его, так сказать, закончил потреблять, то уже у меня нет не только этого единичного, нет никакого тут всеобщего и нет особенного. Ничего нету. И вот эту такую вещь простую нужно усвоить. А у нас представления такие, все берется, особенно вот это Ленин, это Гегель показывает, говоря о сфере наличного бытия, там все рядоположено, все, вот рядом они, нечто иное, другое, еще рядом. Хотя уже начинается, когда изменяющееся нечто, там равенство с собой и неравенство с собой, там уже это целое. Там уже не так получается, что есть другое и есть нечто, а там нечто. Ну, то есть они там моменты уже, моменты. Момент равенства с собой, момент неравенства. Да, но это моменты одного и того же нечто. Ну, то есть моменты. Моменты нечто. А здесь не моменты, а целое. А здесь целое. Здесь целое, целое. Это целое, и как целое, целое это и всеобщее, целое это и особенное, и целое это и единичное. Вот в этом смысле, потому что если человек это не усвоил, не понял, хотя бы, так сказать, после того, как он раз прочитал, два, три, и обдумал, что такое тотальность, не пугался этого слова, тотальность. Сам процесс определения есть тотальность, лишь постольку, поскольку он содержит в себе эти тотальности и их соотношения. Это все целостность. От того, что вы их там определяете, а целостность не теряется. От того, что вы одно назвали единичным, другое назвали всеобщим, а третье назвали особенным, вы различаете эти стороны. Эти стороны... Почему стороны? Потому что это все равно целое. Оно целое и так может браться, и так, и так. И вот и всеобщее, особенное единичное находится в единстве. А дальше, если это усвоить... Вот это если усвоить. Дальше легко усвоите, что такое суждение. Потому что вот берем этот же самый пример с яблоком. Ну, конкретно яблоко у меня. Не та Антоновка, которая есть вообще, а та Антоновка, которую я ем. Вот эта Антоновка, это единичная. А Антоновка, как сорт, это особенная. А яблоко вообще, поскольку любая Антоновка, если она на самом деле Антоновка, то она яблоко. А если это подделка какая? Ну тоже яблоко, но только не Антон. Это будет подделка яблока. Да. Нет. А вот, нет, вот то есть яблоко. То есть сразу три этих, три формы, в которых выступает понятие, особенно единичное и всеобщее. И тогда понятно, как строится суждение. Суждение очень просто строится. Вот вы согласны, что яблоко, которое я ем, оно является особенным. Оно есть особенное. Mm-hmm. Да? Потому что это яблоко. Оно относится к Антоновке. То есть я ем Антоновку, поэтому яблоко, которое я ем, это Антоновка. Я могу написать. Вот единичное, то яблоко, которое я ем, есть Антоновка. И что форма у меня суждения? Суждение имеет такой вид. Субъект есть предикат. Вот это такое сложное тут вот, сложная часть для понимания, она очень просто тогда, так сказать, выясняется, как ее излагать. Субъект есть предикат. То яблоко, которое я ем, это того сорта яблока, какого оно есть. Если я ем Антоновку, яблоко сорта Антоновку, то оно есть Антоновка. То конкретное яблоко, которое я ем, есть Антоновка. Вот вам один вид суждения. А может быть, вид суждения другой. То, что я ем, есть что? Яблоко.
Нет, яблоко, оно уже. Яблоко, да. Оно не Антоновка уже, а яблоко. Это больше что такое? Что единичное, есть всеобщее. Потому что всеобщее — это не Антоновка, а всеобщее — это яблоко. А можно взять не то яблоко, которое я ем, а можно взять те яблоки, которые лежат в магазине Антоновки. Взять Антоновку, вообще все эти яблоки, вот все эти, это особенные. Все яблоки сорта Антоновка взять, это особенные. И вот это, все эти яблоки, они есть яблоки. Поэтому особенные есть всеобщие. Особенно есть всеобщее? Ну, да. То есть получается, что вроде бы мы все время такие вот тут высказываем суждения, отождествляющие, да? Ну, а при этом различие сохраняется. То яблоко, которое я ем, это ясно, что это не то яблоко, не любая это Антоновка, но оно же и Антоновка. Антоновка, то есть тоже здесь налицо, отождествляющая речь тут есть, есть. Если я говорю «есть одно», «есть то». А словом «есть» я что делаю? А словом «есть» — это я возвращаю такую форму, которая характерна для бытия. А пользуюсь этим в сфере понятия. Поэтому здесь не совсем бытие. Это, оно выглядит как бытие. Но на самом деле это форма подведения какого-то единичного под особенное. А если я скажу, что Антоновки, все взятые Антоновки – это яблоки, то это форма подведения особенного под всеобщее. Особенного под всеобщее. Вот и все. То есть ничего тут такого более сложного тут и нет. Вот если вы с таким подходом на это будете смотреть и это будете разбирать, то, собственно, вот Гегель на этом останавливается, потому что основная масса человечества – человечество это не понимает. А в общем-то такого тут сверхзаумного ничего и нет. Потому что для того, чтобы это понимать, надо предметом рассмотрения сделать понятие. А предметом рассмотрения сделать понятие нельзя, не пройдя бытие и сущность. Поэтому мы как бы уже стоим тут на вершине горы. И на вершине горы нам легко это, так сказать, тут уже выстраивать и понимать. Что здесь и во всех случаях здесь это все целое. Речь идет все о том же яблоке. Или вот две целостности, значит, особенные и всеобщие. Поэтому он и классифицирует, как вот можно увидеть, какие бывают суждения. Вот смотрите, страница 47. Страница 47. Субъект в сопоставлении с предикатом. Это предпоследний абзац внизу. Субъект в сопоставлении с предикатом можно, следовательно, ближайшим образом понимать как единичное по отношению ко всеобщему. Или также как особенное по отношению к всеобщему. Или как единичное по отношению к особенному. Поскольку они вообще противостоят друг другу лишь как более определенное и более всеобщее. Более определенное – это значит с отрицанием с каким-то. Так ведь? Более определенность – это отрицание. Мы же знаем с вами, что определенность есть отрицание. Детерминация – est negatio. Вот более определенное и более всеобщее. Значит, какие тут варианты возможны? Единичное по отношению ко всеобщему. Как бы пропускается особенное. Или как особенное по отношению к всеобщему, или как единичное по отношению к особенному. Три варианта. Поскольку они вообще противостоят друг другу, лишь как более определенные и более всеобщие. Вот, собственно, вот в этом абзаце, на этой странице, 47-й, ключ для понимания вот всего то, что здесь говорится в вопросе осуждения. И он тогда... Если с этой дорожки не сходить и вот не понимать их как три совершенно разных предмета, что обычно люди и делают, берут их и рассматривают, как есть какое-то единичное, ну тогда есть какое-то особенное отдельно, и есть какое-то особенно
отдельное всеобщее. Нету отдельного. Иванов Иван Иванович, он Иванов Иван Иванович, он же еще и Иванов, а таких Ивановых много. Только без Ивана Ивановича. И он еще и человек. И это ему не мешает быть Ивановым Иван Ивановичем. Никак. Никоим образом. То есть люди, которые занимаются в кружке по науке и логике, они, во-первых, не только это конкретные люди, их мало, но они люди. Люди. И таких много при этом. А вот если с другого конца пойти, люди, а вот тут уже тут не получается суждение. Тут получается люди, не занимающиеся в кружке. Тут тогда отрицательное суждение надо брать. А положительное суждение – это вот только про тех, кто занимается в кружке. Вот только про них можно сказать что-то хорошее. Это наше особенное. А? Особенное. Это особенное, да. Это люди особенные. Вон Борис Николаевич, он издалека приехал, чтобы быть особенным человеком. Вы так говорите, как будто он не местный. А? Вы так говорите, как будто он не местный. Издалека. Конечно, не местный. Он здесь временно. А вы постоянно, Валерий Александрович? Я здесь? Да, он здесь постоянно, он староста кружка. Это он не просто член кружка, а староста, он особенный. Так вот, хотел показать. Вот, а я с ним на равных, я тоже особенный, я руководитель кружка. А вот эти еще два человека тут сидят и говорят, а мы тем более особенные, мы ради этого нас вы завели. Если нас не будет, вы вообще никто. Я правильно понимаю? Но если нету этих членов кружка, кто? Есть руководитель кружка? Нет. Руководитель кружка без кружка – это ноль. Ну, староста, он может, конечно, быть их старостой, но кружка нету. Кто бы о вас всех узнал, если бы Степан Степанович? Он особенный. Он особенный, он снимает. Больше никто ничего не снимает. У него есть снятие, операция, снятие. А это значит удержать. Отрицать? Отрицать, то есть уже нас нету, кружка нету, а это все равно продолжает говорить. И сидят, люди включают и где-то в других местах, в Владивостоке, смотрят, что сказал по этому поводу тот или иной член кружка. Да? Нас же не видно. Вас слышно. А зачем? Это делается, вопрос не в том, что видно, но слышно же. Это видно, что есть какие-то люди, их, возможно, тут много-много. Тут есть вот специалисты, которые правильно снимают все. Ну вот это я хотел обратить ваше внимание, товарищи, на вот этот момент, потому что и тогда мы будем понимать и всеобщее, и особенное единичное, как тотальность, как целостность, как целостность. То есть можно одно и то же понятие рассматривать и так, и так, и так. С чего вы начнете? Это не так важно. Вы можете взять вот в руки розу, которую вот вы взяли, купили, или сорвали, или срезали, так? И она есть, вот эта роза, которая у вас в руках. Но она и просто роза, но она еще и растение. Тотальная роза. Роза, она тотальная. Но в своей тотальности, когда она дошла до всеобщего, она уже не роза, а она растение. Растение. Не, она, то есть роза, она остается розой, но она не просто роза, а растение. Она же и всеобщая. Так же и вы. Ваша роза. Да, и вы тоже. Участники этого кружка – это А – люди, но Б – особенные люди. В чем их особенность? Они вот занимаются в кружке по науке и логике, продвигаются в плане изучения диалектики. Но они все единичные, а раз все единичные, они тем самым приравниваются ко всем единичным людям. Каждый человек может заниматься изучением диалектики, так сказать, и иметь успехи в этом деле. И приобщаться к особенному, и ко всеобщему. Потому что на самом деле знание, оно особенное или всеобщее? Знание. Тотальное. Да, вот знание, оно всеобщее. Безусловно.
Вот. И вы видите, что мы с вами, пусть не быстро, как некоторые, так сказать, раз-два, и считают, что они там изучили. Мы не быстро продвигаемся спокойно, потому что мы этим занимаемся не как чем-то таким исключительным, а это, значит, представляет собой, я так понимаю, для тех, кто изучает диалектику, момент жизни, часть жизни. Поэтому это не что-то такое, а такое только особенное. Естественное. А естественное и особенное, то есть часть людей. Ну вот я хочу привести пример уже из той действительности, которую мы сейчас наблюдаем. На канале Академии смыслов Лоббио записан курс, краткий курс науки логики Гегеля в изложении М.В. Попова. Значит, там сейчас 129 тысяч просмотров, точнее 129 тысяч 600. То есть 129 тысяч 600 вот, приобщается к изучению науки логики Гегеля. Ну, хотя с юмором говорят, что, конечно, здорово, это краткий курс, 4 часа 40 минут. Но мы-то с вами знаем, что это действительно краткий. Потому что я вот не знаю, Валерий Александрович, сколько у нас ведется занятий. С 2012 года. Это вот мы с 2012 года. А еще мы с Федотовым вели в свое время. Ну, это да. То есть где-то с 90-х годов мы его ведем, этот кружок. И он так идет, продвигается вперед. Ну, мы, когда вот с вами уже начали вести, мы как бы начали снова с бытия. Ну, да. Мы снова начали, и вот... Там сначала пошли. Ну, и посмотрите, мы уже находимся вот в третьем томе уже. И почти закончили уже. Почти закончили. Стоп. Еще 2-3 года и... Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Да, это и есть чуть-чуть. А потому что вот это же страшно будет, если кончится наука логики. А другой нету, что делать? Нету, нету. Что делать? Часть жизни пропадет. Придется с издала опять мечта. Вот, так что. Ну и мы с вами знаем, что это вот диалектика представляет собой учение, которое пока очень малая часть людей, человечества, очень малая часть человечества не только постигла, постигает. Основная масса человечества и не пытается. Или не, а некоторые, которые пытаются, быстро... Очень быстро постигают. Они быстро постигают, что это так просто, быстро не постигается, и оставляют эти попытки. Вот. Так что остается, значит, нам завершить с тем же самым высказыванием Маркса, который... Я вначале проводил, что в науку нет широкой столбовой дороги. И только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Значит, у нас будет вот название, наверное, этого нашего занятия – суждение. Очень просто. Суждение. А вот виды суждений, я думаю, мы уже в следующий раз будем изучать виды суждений. А это вот что такое суждение? Что такое суждение с вами? Субъект есть предикат, вот и суждение. Что такого тут особенного? Все понятно? Кому непонятно. А? Вопрос, кому да. Непонятно. Да, есть такие, которым непонятно? Нету. Ну вот видите, все как хорошо. Так. Спасибо, товарищи. Значит, следующее занятие у нас. Следующее занятие. 13-е. А, товарищ испугался 13 числа. А, чего боялся? Нет, в смысле? Нет, второй. Второй вторник. Второй у нас кружок по второму. Первый второй вторник. Нет, второй вторник. Второй вторник месяца. Месяца. У нас хитрый такой. То есть 13-го и потом 27-го. Следующий. Первый вторник у нас как? 13-го и 27-го.